торчат плюсики. Видно, меня слышно. И буду начинать. Отлично. Ну и так, всех приветствую на планерке. Сегодня мы поговорим про клуб 1000. И также я расскажу, поделюсь своей методикой, как за месяц сделать свой первый лидерский ранг в Т1000. Ну, это, конечно же, я поделюсь с вами в конце планерки. Итак, что же такое клуб 1000? Это программа только для партнеров компании «Сабирян Wellness» «Сибирское здоровье». То есть суть этой программы в чем? То есть держи личный объем на уровне 1000 баллов и более, да, каждый месяц, вернее, получай награду, сертификаты на продукцию компании. То есть, предположим, 1000 баллов сделали первый, второй, третий, получили 3 снежинки. Это сертификат 5000. Если 6 снежинок, это 10 тысяч. Ну и 12 снежинок, это весь год держи клуб 1000 баллов, то сертификат получаете 30 тысяч. Представляете, какая выгода получается? Значит, смотрите, здесь в чем именно суть. То есть 200 баллов делайте сами, это обязательное условие. И плюс 800 баллов ваши привилегированные клиенты, то есть ваши клиенты в первой линии. Клуб 1000 может действовать неограниченное количество раз. Вообще, что хотела сказать, что клуб 1000, здесь у меня детки, пожалуйста, идите. Всем рекомендую я оформлять бонусные карты. То есть здесь можно как сделать? 1000 баллов сделать, через свой личный кабинет провести. Но я рекомендую, конечно же, оформлять бонусные карты клиентам. То есть, смотрите, здесь именно в чем суть. Вам даже клиент будет сам благодарен, если вы ему расскажете, что и как, и порекомендуете бонусную карту оформить, чтобы показать все выгоды, чтобы стать клиентом компании «Сабирян Wellness». Во-первых, это, конечно же, компания очень щедрая и дает и программы. Тот же самый программа «Клуб постоянства», «Клуб 200». И, конечно же, этот самый бесконечный кэшбэк именно с покупок. Клиенты получают до 15%. Вот даже, смотрите, на примере я здесь вам показала, что клиент Ирина, да, была сначала привилегированным клиентом, сделала заказ в один календарный месяц, да, у нее пришел кэшбэк 967 рублей. Я с ней пообщалась и рассказала, что можно вступить в клуб 200, и, соответственно, у вас еще кэшбэк будет повышенный, как у партнера, и все. Человек перевелся, партнера мы с ним перевели, и у него кэшбэк совершенно получился уже 1800. Представляете, еще сверху 1000 пришла. То есть компания пересчитала. И вот в клубе 1000 именно считаются только покупки клиентов, партнеров уже в учет не идут. Вот это вот очень важный момент. Что я здесь хотела еще сказать по клубу 1000? Здесь где смотреть вообще отчетность? То есть мы идем в бэк-офис, дальше идем в интенсив программс, программы клуб 1000, и дальше уже там все будет описание, как и что у нас по клубу 1000 идет, и внизу спускаетесь, можем посмотреть детализацию. Именно смотришь детализация моей структуры, то есть если у вас клиенты также идут, вернее не клиенты, а партнеры идут по клубу 1000, здесь тоже все это видно. И также можно обналичить снежинки. То есть вот здесь вот тоже очень важный момент. Смотрите, если вы, например, 5 месяцев, 6 месяцев держали, да, клуб 1000, и на следующий месяц уже знаете, что ну по каким-то причинам не получится у вас делать 1000, да, то нужно его обналичить. Иначе он пропадает и в этот бизнес-год, у вас просто-напросто не сможете участвовать и дальше продолжать этот клуб 1000. Он просто-напросто исчезает, слетаете. И сейчас перейдем к самому интересному, самому вкусному нашей планерке. Как же все-таки выйти на первый лидерский ранг ВТ-1000? ВТ-1000 – это тот же самый товарооборот, у нас идет 40 тысяч рублей. То есть как же все-таки вот сделать этот товарооборот? Я сейчас вам на примере своего опыта расскажу, как же я выходила именно на этот ранг. То есть ВТ-1000 – это первая самая ступенька маркетинг-плана нашей компании. Здесь идет средний доход от 7500, и идет премия за групповой товарооборот 12%. Далее, вот именно я вам расскажу, как именно я выходила на этот лидерский ранг ВТ-1000. То есть делюсь с вами своим личным опытом.
Есть, конечно, партнеры, которые только на одном клиентском чате закрывают по 2000. Я применила три основных таких момента. Это вести клиентский чат, веду, да, вести одну социальную сеть, прям выбрать продуктовую страничку. Это ВКонтакте, пожалуйста, можно сообщество создать, или Одноклассники. Я выбрала Одноклассники, мне это нравится, сеть, именно тем, что я там рассказываю чисто только о продукте. Ну и, конечно же, третий – это вести YouTube-канал. Значит, первое, что нужно, это, во-первых, поставить цель, что в месяц надо сделать, закрыть это 1000, да? То есть мы, соответственно, берем 34, то есть 1000 делим на 30 дней, да? Это 34 балла в день. Если, например, вы знаете, что 200 баллов вы это сделаете сами, у вас останется 800 баллов. 800 баллов тоже делим на 30 дней, это по факту останется 26 баллов в один день сделать. Здесь тоже смотрите, какая система. Если вы, например, в этом месяце сделали, там, не в месяц, а в один в этот день сделали сегодня, да, например, 40 баллов, у вас клиент купил на 40 баллов, или даже на 50 баллов, соответственно, это клуб постоянства, вы можете рассказать о преимуществах, да, выгоды донести. Соответственно, следующий месяц, вы уже знаете, что, например, на следующий месяц, прям так, то есть на следующий день, да, вы, соответственно, у вас не было продаж. Послезавтра вы уже, соответственно, знаете, что вам надо больше сделать, да? То есть, например, еще надо добавить. То есть вот так вот играете, понимаете? Смысл, чтобы у вас каждый день были продажи. Если, например, в один день тоже не было продаж, то вы, соответственно, увеличиваете это количество баллов в день. Значит, смотрите, что я еще вам могу предложить, что вот эту вот мы табличку ведем, да, именно статистика, отчетность. Здесь вот на примере я вам показала, мы считаем, да, как обычную статистику, отчетность, чтобы ежедневный. Это М маленькая, 100%, М большой. Здесь у меня тоже статистика ВКонтакте, в Одноклассниках показываю, в Инстаграме можно также смотреть статистику. Дальше я веду статистику, сколько у меня в клиентский чат добавилось, сколько у меня в день было регистраций, сколько продажных баллов, это все мы ведем именно в отчетности. Также прописываем план именно действий на день. Я вам тоже на примере показала своего план действий, да, на день. То есть прям берем месяц, разделяем на каждый день, и что в день нужно делать. Даже элементарно у меня здесь прописана статистика, посмотреть, да, что и как упало. Потом веду работу в клиентском чате. Потом, соответственно, в социальных сетях. Дальше создаю трафик, потому что нам нужны новые люди. И, пожалуйста, можно выложить, да, видео на YouTube-канал, прямой эфир. И все это я прописываю именно в ежедневник действий, какие буду выполнять. Ну и, соответственно, выполнять каждый день. Дальше, что вот я кратенько прям пробегусь в клиентском чате, что лично я делаю. То есть, соответственно, у нас оформлен, то есть все это у нас обучение есть. Подача информации должно быть с понедельника по пятницу. Прям на ежедневной основе, да, кроме субботы, воскресенья, дайте себе отдохнуть и будем. Также текст, да, картинки, голос, видео. Например, беру тему на неделю, даже суставы какое-то, да, похудение, женское здоровье, детский иммунитет, пожалуйста, это на ваше усмотрение. То есть мы, соответственно, в понедельник клиентский чат рассказали, в понедельник мы рассказали о акции, во вторник мы взяли какую-то конкретную тему, которая вот интересует, да, суставы. В среду мы рассказываем именно о продукте, который помогает решить эту проблему, да, вот суставы. В четверг, пожалуйста, делитесь отзывами, даже своими личными. Может, вы именно продукцию брали для себя, да, для суставов, какой-то комплекс, да, глюкозамин, хондроитин, хоть, пожалуйста, асинхровитал, и вы покажите. Или также в четверг покажите распаковку, чтобы у вас был интересный контент. В пятницу, пожалуйста, если вы поговорите про суставы на эту неделю, расскажите какую-нибудь, не знаю, там, технику, да, зарядки именно, которые помогают для суставов сохранить, да, здоровье. Или, пожалуйста, рецепт. Обязательно должно быть активный чат. То есть это та же самая прокачка, вопросы, опросы какие-то среди участников чата. Ну и, конечно же, я лично провожу лотерею и розыгрыши. То есть розыгрыши можно быть какие, например, с 1 по 5 соверши заказ, да, или отзыв напиши, или добавь человека в чат, получаешь номерок, и 6 числа будет разыгрываться. То есть, пожалуйста, можете такой розыгрыш провести, или лотерею, например. То есть лотерея здесь как? Беру, например, какой-нибудь недорогой продукт, например, да, чай или зубную пасту, и вот 10 номерков по 20 рублей. То есть именно розыгрыш на удачу. То есть девочки переводят мне на карту,
И, соответственно, разыгрываю их на следующий день в лотерею. И у кого выпадает номерок, тому и подарок присылаю. И каждый день, вот это вот очень важно, добавляем по одному человеку в чат. Вы даже вот смотрите, кто старички, прям себе цель поставьте, один человек в чат. Если вы новичок, то это вообще намного проще. У вас прям задача должна быть, когда вы все это клиентский чат оформляете, настраиваете, прям приглашайте 10-20 человек в день в чат. И в первую неделю у вас уже будет 50-70 человек. Это я на своем опыте проверила. Что еще хотела сказать, что вот именно новички вам более проще приглашать в клиентский чат, потому что вы с подачи помощи своих друзей, знакомых, теплый круг просите. Со временем у вас начинает уже работать на холодный именно круг. Что еще хотела сказать? Второй момент – это продуктовая страничка в социальных сетях. Также она должна быть оформлена. Подача информации, у вас должны быть сторис, посты именно о продукте. Видео, пожалуйста, 15 секунд. Это или шортс, или клип. Так, шортс, это же у нас идет YouTube-канал. Именно просто видео коротенькое, да? Также можете видео выложить на 1-2 минуты, пожалуйста, или в прямой эфир. Видите, на распаковку, да, например, распаковку показали в прямом эфире. Или записали на видео, выложили. У вас должен быть идти продукт и плюс отзывы. Также вы можете опросы проводить именно в ленте, да, также розыгрыши. Пожалуйста, розыгрыш, да, подарок, ну, какого-то подарка недорогого. Соответственно, за подписание на страничку поставь репост, да, и напиши в комментариях, хочу там, например, корень и циферку. Пожалуйста, можно так проводить. То есть вы прокачиваете тем самым люди, которые поставят лайки или опросы прошли, они, соответственно, у них появляются в ленте. Вот мне очень нравится вести именно о продукте, рассказывать в одноклассниках. Вот я им говорю методику, как я работаю. Вот это вот некая синергия, да, работа в социальных сетях и потом клиентский чат. Это некая воронка. То есть в социальных сетях мы потом уже приглашаем в клиентский чат. И каждый день должна быть активность. То есть мы, соответственно, контент, пожалуйста, пост написали, да, или, например, в этот день видео выложили, и создаем каждый день трафик. Это лайки, комменты, ну и добавление в друзья. Вот так вот кратенько я рассказала, как работать в социальных сетях. И YouTube-канал. Я тоже сразу, когда пришла в компанию, я сразу подключила YouTube-канал. Все это обучение тоже у нас есть. То есть, соответственно, оформляем. Подача информации. Здесь должно быть видео у вас трех направлений. Это продукт, польза для работы, да, именно онлайн, например. Как оформить заказ, как списать чеки. То есть именно для работы компании «Сибирское здоровье», да. Также можете, например, выложить пост в одноклассниках, записать это как технология, да, видеоинструкцию. То есть будут не только сетевики из других, да, компаний смотреть, но и сетевики из нашей компании «Сибирское здоровье». Ну и третий вариант, да, который вы должны использовать в своей работе, это возможность дополнительного дохода. Также видео должно быть, пожалуйста, выкладывайте, да, 2-3 минуты, можно 5, можно до 10 минут, 2-3 вот, полноценных видео в неделю, можно чаще, можно прям каждый день, если у вас это позволяет время. Шортсы, пожалуйста, короткие видео, прям 1-2 шортса, да, в день. И под каждым постом, под каждым видео оставляйте прям ссылочки на клиентский чат и на свои контакты. Вот это вот обязательно. То есть ранг ВТ-1000 – это несложно. Это ежедневные действия, контент, да, и плюс трафик. И вам обеспечено вы сразу же в первый месяц, если плотно поработать, вы в первый же месяц можете выйти на эту квалификацию, на первую лидерскую, да, ступеньку по маркетинг-плану нашей компании. Такая вот мини-планерка получилась. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, задавайте в чат, я с удовольствием отвечу. Поделюсь своим опытом. Всем спасибо и хорошего дня.